Умань – город выходного дня. Люди здесь очень гостеприимные, очень душевные. Приезжайте сюда почаще. Я свою работу сделал. А что об этом думает Умань, узнаем в страстях по ревизору. Думаю, що сьогодні в цій студії буде дуже гаряче. Умань – місто невеличке, конкуренція там надзвичайно висока. Спробуємо розставити всі крапки над «і» у шоу «Страсті за ревізором». Я Сергій Притула, ми починаємо. Розпочнемо з найскандальнішої ревізії в Умані. І дивимось на заклад «Три піскарі», де ревізор знайшов нову форму життя. Увага на екран. На трассе Киев-Одесса находится ресторан «Три пискаря». Сегодня мы здесь проведем ревизию. И буду делать ее я и наш ревизорский ребенок. Знакомьтесь, это Сашенька. Сашеньке 1,5 года. Здравствуйте, здравствуйте. Ага. Меня зовут Вадим Абрамов. Как вас зовут? Меня зовут Вита. Вита, вы кто? Повар. Чувствую себя археологом, который впервые открывает гробницу. Загляните сами. Это разобранная кровяная колбаса? Ливер. А зачем он у вас замороженный такой? Печенка стоит, размораживается сама по себе. И рядом плавает куриное филе в собственной моче. Это вот так оно должно лежать? Не должно. Ты посмотри, это же новая форма жизни. Это похоже на фильм «Чужие». Ой, Вита, а вот кто этот овощ? Мы же можем это выбросить? Можем, чушь не можем. Покажите мне доски разделочные ваши. О, это вы помидорчиком? Дайте мне помидорчик. Фокус-покус. Прикрываем дырку в доске. А здесь вон какие-то остатки старой еды. Вы считаете, что это нормально у вас? Ну, с вытяжкой вот сразу уже и все видно. Варенички рядом стоят. Класс! Борща. Борщ с жиром. Вареники. Вареники тоже с вот этим вот жиром. Хлеб. Морозим сухари. Я первый раз вижу, чтобы кто-то морозил сыр. Мясо с плову. Делали плов и достали из него мясо? Покажите мне холодильник с мясом. Так, маринованная свинина. А где вы ее берете, эту свинину? На базаре. А с базара же никто не знает, что там продается. Ну, а в магазине, вы думаете, лучше, чем на базаре? В магазине есть документы. Мяса категорически нет. Уже разнес пол ресторана, пока я на кухне ходил и проверял. Здравствуйте. У вас детское меню есть? Детского меню нету, но есть некоторые блюда, которые разрешены кушать детям. Какие? Можно сделать картофельное пюре с котлетами. Котлеты у нас из говядины. Я не буду рисковать вот, его здоровьем. Ну, давайте я у вас закажу омлет, суп с фрикадельками и помпушками. И, пожалуйста, чашечку эспрессо. Идем смотреть интерьер. Что мне очень нравится, смотрите, здесь камин. Здесь написано «Любимые места Лиса Алисы и кота Базилю». Именно детский интерьер, который здесь присутствует. Детского меню нет. И чем кормить ребенка? Непонятно. Чисто. Вы как швейцарские часы. Стараемся. Я вам честно могу сказать, оно вот пахнет мне, оно воняет. Ну, это не бульон. Можно я вас попрошу его попробовать? Ну, а что в супе не так? Он для меня странно пахнет, и запах этот, скорее всего, именно запах несвежего мяса. Вы меня простите, Вита, мне не нравится. И по поводу морковки я переживаю. Я до сих пор понимаю, что это, видимо, та морковка, с которой вы выбирали. Это же новая форма жизни. Это похоже на фильм «Чужие». Ой, кофе или 25 гривен. Ого. Омлет 44 гривны, суп с фрикадельками 29 гривен, обслуживание 7%, итого к оплате 104 гривны 86 копеек. Спасибо. Итак, я провел ревизию в ресторане «Три пискаря». На кухне у вас полнейший беспорядок. У вас плесень везде. Вытяжку вы не моете. В холодильниках у вас стикеры на одной продукции есть, на другой нет. Ваши разделочные доски, прогнившие насквозь, это опасно для жизни. Я сегодня пришел сюда с нашим ревизорским ребенком. Но в результате детского стульчика нет, детского меню нет. Ребенку здесь делать нечего. И свежих продуктов на кухне я у вас не нашел. Сказки сегодня не случилось. Ревизор
не рекомендует харчевню «Три пискаря» на Одесской трассе. До свидания. Не ожидали, просто не ожидали. От зробимо все, порядки наведемо, будемо все дивитися, щоб було все хорошо. Вона завжди в таких випадках, знаєте, що тішить і веселить. Фраза «ми не очікували». Дійсно, ми не очікували, що хтось прийде і буде дивитися, що у нас гнилі овочі і що в нас щось там морозиться, що, по ідеї, не мало би морозитися. Давайте ми поспілкуємося про всі загадки, які відбуваються на цій кухні з барменом харчевні «Три піскаря». Зустрічайте, будь ласка, Валентина Перемінова. Вітаю. Валь, а для чого там морозять сир? На самом деле сир не морозится. Ну, він в морозилці був. Охлаждається. Не охлаждає. Дело в том, что временное местоположение, скажем так. Мало места, покласть некуда, некуда покласть. Принаймні, буде точно про що поговорити, а у нас, слава Богу, є з ким поговорити. Я з великим задоволенням хочу представити експертів нашої програми. Популярний кулінар та телеведучий, колега по цеху Михайло Плотніков. Людина, котра вміє захищати не тільки свої права, а й ваші. Харківський юрист, адвокат пані Наталя Цоцка. Директор київських ресторанів «Рибний базар», «Прего», «Цимес», успішний ресторатор пані Лена Столярова. Бізнес-вумен, генеральний директор Vertex Hotel Group Ірина Пшенна. А сторону ревізора сьогодні, принаймні, поки що захищає шеф-редактор Анна Жижа. Ну, хочу сказати, розумієте, всі факти там іскажені. Многое не показали. Простите, я перепрошую. А можна отсюда подробнее, пожалуйста? Да. Акцентується внимание только на мінусах. По крайней мере, на бар, когда вы зашли, в основной программе мы показали все, как есть. Сейчас для зрителей страстей и наших уважаемых экспертов мы показали самые вопиющие минусы. У вас не маленькая кухня, у вас на ней очень много холодильников. Все можно было разложить таким образом, чтобы в морозилке не было сыра, не было сухариков хлебных. Зачем? Я понимаю, что кухня – это сердце ресторана, но тем не менее вы пришли к нам в гости уже с негативным настроением, уже настроены… Это неправда, мы пришли с ребенком. Уже настроены на какой-то негатив, настроены на то, чтобы искать у нас только изъяны. Простите, с чего вы это взяли? Ну, по крайней мере, мне и всем моим коллегам так показалось. Вам ведущий не улыбнулся, не представился, не показал документы, медицинские книжки на входе? Ну, мы же это сняли. Доброжелательность была, конечно, но тем не менее. В чем? А почему вы тогда нас обвиняете в том, что мы таблички пришли... не дал. Дав бы табличку, значит, хорошее настроение. Не дав табличку, значит, поганый настрой. Тобто, пришел с поганым настроем, таблички не дав. Нет, теперь все иначе. Ні, слава Богу, що ще не сказали, що вас заказали. Аль, в мене буквально ще одне уточнююче запитання, саме до вас, як до бармена. У вас є в меню замовлення, наприклад, що клієнт каже, а дайте мені, будь ласка, м'ясо з плову. Мене сама технологія цікавить. Тобто наварили чан плову, потім прийшла людина, повибирала вилкою саме м'ясо, каже, раптом хтось замовить. А як таке може бути, що м'ясо з плову окремо від плову? Для чего? Куда воно потом? Вы знаете, этот вопрос вы зададите, скорее всего, уже нашему повару, потому что я... Я сейчас готов вступиться за повара. Будь ласка. Есть такая технология, да. То, что мясо для плова написано на пакете, надо было написать по-умному. Даю вам совет, назовите это зервак. Это такая мясная основа, ну, грубо говоря, мясо с луком и со специями, чтобы долго вас не нагружать. Это не та технология, что сделать плов, выковырить из него мясо и сложить его отдельно. Давайте так, зараз ми подивимося, хто з нас більше правий. Там моя схема виколупування м'яса з плову чи ваша попередньої заготовки, тому що є можливість поспілкуватися з кухарем пані Вікторією Бродецькою. Ваші оплески. Добрий вечір. Пані Віта, є до вас стільки претензій, що я навіть не знаю, з чого розпочати. Давайте з пловом розберемося. У нас тут з Сережею возник спор. Вот то мясо... Технология. Тогда, как вы его готовите? Вот здесь расскажите. Все дело в предлоге. Это мясо из плова или мясо плова. Для плова? Для плова.
То есть это баранина, говядина? Говядина. Говядина. Вы делаете, да, со специями, с каким-то, да, потом морозите. Да. А когда у вас есть в меню плов, наверное, да? Да. Вы добавляете к мясу рис? Да. Да, запариваете. Да, да, тушим. Мне здається, зараз Миша и Наталья Цоска поменялись ролями. Миша прекрасно справляется с обов'язками адвоката. Скажите мне, будь ласка, вас особисто задовольняє та ситуация на кухне, на якій ви працюєте? Задовольняє? Ні, не задовольняє. Ну, те, що ревізор був такий настирливий. Строгий, так? Да? Да, строгий. Строгий. А ви вважаєте, що доска, ну, просто, розумієте, ви... ну як, людина, яка готується до цього, то вона хоч трошечки, хоч там знає, хоч ви якісь крайності. От ви зайшли на роботу, і ви повинні вже бути готові. Ви ж на роботі, значить, ви вже приготовлені. Це раз. Второе, доска, на якій ви розділюєте м'ясо, вона може навредити чоловіку яким образом? Там може бути щепка, може бути деформація пищевода, правильно? Ну, ребята, це життя. Это реально, вот это вот реально жизнь. Я считаю, что моей там одной же вины немає, что я там все виновата. Ну как нет? Это ваше рабочее место. Вы, работая, наносите вред здоровью своих гостей. Перебрать этот овощ – это ваша вина. Наша, и не директор, да, должен был этим заниматься. Подписать заготовку на плов – ваша вина. Когда это было сделано, и не в общий холодильник. Ну, то есть 90%, где вы сами инициатор этого бардака. Скажите, пожалуйста, Віта, а с тех пор, как до вас заехал ревизор, чи відбулися якісь якісні зміни, чи все залишилось так, як є? Ні, змінилося. Змінилось, так? Да, да. Власне, наші журналісти відвідали ваш заклад повторно. Давайте подивимося, чи дійсно помінялося щось у трьох піскарях. Все-таки це полезна річ, що приїжджає ревізор, тому що він, будемо говорити так, з постороннім взглядом бачить те, що от ми звикли не бачити. У нас стало не просто чисто, суперчисто. Ревизор нам взял замечание, что у нас была грязная вытяжка. С вытяжкой вот сразу уже и все видно. Варенички рядом стоят. Класс! Борща? Борщ с жиром. Вареники? Вареники тоже с вот этим вот жиром. Она вытирается каждый день сама собой, а раз в неделю она все вынимается, внутри все моется. Она чистая, вы можете убедиться в этом. Были замечания по доскам, что они у нас не подписаны, и как бы там старые доски. Фокус-покус. Прикрываем дырку в доске. А здесь вон какие-то остатки старой еды. Доски все заменили и все подписали. А те все выбросили. По овощам у нас вот все лежит. Это же новая форма жизни. Это похоже на фильм «Чужие». Ой, Вита, вот кто этот овощ? Нет ничего порченного. Откроем пакет. У нас был морячок порченый. Свекла порченая, ее сейчас нет. Лежит мой, тоже весь хороший. Мы закупаем меньше, чтобы оно не портилось. Очень напрягли с двумя камерами эту бедную повара. Повар через три дня легла в больницу и две недели лечила сердце и голову, потому что у нее стрельнуло давление бешено. Пані Віта, кажуть, що ви якось не надто добре пережили ту ревізію. Я знайомий з ревізором, бачу його, відверто кажучи, виглядає він не так загрозливо, як ваш шеф. Чим же він вас так налякав і в що це вилилось? Дві неділі я хворіла. У мене порушення мозгового кровобігу. Це інсульт. Чекайте, тобто ви хочете сказати, що два тижні ви не ходили на роботу, тому що вас дуже вразив своєю ревізією ревізор? Ну так, як я перенервічала сильно, так вийшло. Давайте ми поцікавимося, що ж такого виробляв коло вас ревізор, що довів вас до такого стану. Ваші оплески. Ревізор Вадим Абрамов. Просте одразу запитання, Вадим. По-перше, привіт. По-друге, скажи, будь ласка, совість є? Чесно говоря, я впервые об этом слышу, и мне искренне жаль, что у вас начались головные боли, и вы себя плохо чувствовали. На ревизии, во время съемок все было нормально. Вита провела с нами время на кухне, потом периодически отходила к хозяину, потом возвращалась к нам, улыбалась.
Все, что я говорил, вот говорю, что это за гниль лежит и плесень. Говорит, я сейчас это уберу, улыбаясь. До речі, а я зараз ще щось уточню. Наталя, ви як юрист, підкажіть, будь ласка, от я знаю, що є стаття за доведення до самогубства. А скажіть, будь ласка, чи є стаття за те, що довели до лікарняного? Ні, немає такої статті. Немає такої статті? Немає такої статті. Тобто я можу прийти, нахамити комусь, довести до нервового зриву, до високого тиску. Людина після того 2 тижні не ходить на роботу, лежить на лікарняному, не заробляє гроші, відповідно, і за це мені нічого, так? Здесь нужно доказать причинно-следственную связь между незаконными, я подчеркиваю, действиями либо бездействием Вадима и наступившими последствиями в виде вреда для здоровья, который был причинен вот нашему повару. Как адвокат, сразу скажу, доказать шансов, это нереально, да? Просто. Нереально? В данном случае, нет, конечно. А если бы Вита пришла в лекарню, ну, сказала, Вадим, на меня накричал той человек, дайте мне довідку, что я слаба, взяла бы довідку и пришла в прокуратуру. Она бы его посадила? Не посадила. Акцент. Вадим действовал законно. Вас не прессинговали, то есть у вас было милое общение. То, что вы так отреагировали, ну, наверное, это ваша индивидуальная вот реакция. Нет, но мне искренне жаль, что с вами такое случилось. А меня еще, знаете что, почему никто не думает о команде ревизора, которая не один раз это переживает, а за командировку 7-8 раз? Потому что не все идеально, есть рестораны, в которых вопиющий ужас, и мы их встречаем 2-3 раза. Татьяна, я вас умоляю, вас же никто на аркане-то в ресторан не тянет, знаете, ваша работа. Адаптироваться невозможно, все равно. Послушайте, давайте поговорим о том, как тяжело патологоанатому. Я вас умоляю, вы еще будете жаловаться, имейте совесть. А я себя им чувствовал. Вы добровольно взялись за это дело, вы получаете за это деньги. Популярность ведущего появился конкурент у меня, наконец, по отношению ярких носков. И вызывать доброе отношение к ревизору таким, я бы сказал, не тактичным способом я бы не рекомендовал. Бульон вы научились варить? Бульон пах плохо. Вид его был не желтый прозрачный, а бледно-белый. Ну, это видно же, да? Ну, не знаю, у нас никто не жаловался. Послушайте, никто не жаловался, вот никто жаловался не сказал. Уже. Это отличный повод попытаться... Да. У вас ресторан у дороги. Приехали, съели бульон, уехали, и через 200 метров стало плохо. Они не вернутся. Они не могут вернуться к вам. Послушайте... Тобто, Віта, Валя, ми можемо сподіватися, що ті якісні зміни, які ми побачили, це не тільки для того, що приїхали наші журналісти, а ви, в принципі, візьмете це собі за правило, і ми не будемо повертатися до подібних розмов про бруд, гниль і неправильні заморозки, так? Так.